А мне говорили, Привалов сбрендил, капитал хочет мужичью раздать, а Привалов, вот он, орел орлом. Здравствуйте. Кузьма Ферапонцев. Я понимаю, а каноник вы тоже говорили, дурак. Только и делает каноников, что на свадьбе деньги проматывает, гуляет, да. А у каноников в амбарах 60 тысяч мешков муки. Закупил у Сибиряков по Целковому. А год-то вышел голодный. Говорят, продай по трешке. Он гуляет, а голодуха-то жмет. По пятишнику, говорят, продай. Он гуляет, а голодуха еще пуще. Ему шестерик дают, а он, дурак, гуляет. Сейчас вот продал. 270 тысяч в карман положил, и свадьбу оправдал, и здесь погулять осталось. Гуляй, ребята!